Меня зовут Парень. Воскресенье обещает быть теплым и солнечным. Местами стрельба. И я живу в настоящем районе. У меня есть лучший друг. Лучший кофе всех времен и народов. О-о-о! Ох уж эти понедельники. И не говори. Ну да. А работаю я в банке. Всем быстро лицом в пол! Я думал, большего желать невозможно. И тут появилась она. Все быстро лицом в пол! Все, кроме тебя. Меня? Не надо, у меня же золотая рыбка. У тебя в голове что-то есть. Я не хочу ничего у себя в голове. Тебя считали винтиком в системе, но ты гораздо важнее. Надевай. Ладно, все. Очуметь. Это какие-то очки из магазина приколов. Парень, я не знаю, как это еще сказать, но этот город — это игра. Ты не настоящий. Надо было сразу вас замочить. А тот, кому принадлежит этот мир, хочет его уничтожить. Вы встречали Бога? Да, он настоящий тролль. Он еще и тролль? Приятель, но если мы не настоящие, значит, все на свете не важно? Я сижу здесь, напротив, мой лучший друг. И я пытаюсь его поддержать. Если это не настоящий, ну тогда извини. Я знаю, что наш мир просто игра. Но кроме этого мира и этих людей, у меня больше ничего нет. Значит, я не буду хорошим парнем. Спасибо, парень. Я буду замечательным. Ух, ясно. Пожизненный запас девственности. Вперед. Этот урод испоганил мне всю игру. Вау! Терминировать. Я сейчас вообще впервые в жизни веду машину. А вот это ты сейчас зря сказал. Быстрей! Прям в руке больно стало. Мы можем изменить наш мир, но за это надо бороться. Я не понимаю, что происходит, но мне нравится. Банковский клерк, тебе конец. Перелет. Я бессмертный! Я никогда не умру!